Был доклад о богах, а я о людях, о греках, вернее, об одном греке, который самый греческий грек, Одиссей. Умный, находчивый, любознательный и так. Всем материал всем известен, тем легче мне будет говорить и беседовать. В 71 году я тоже была на лекциях Греймаса, и особенно меня прельстила как раз тема по мифологии о основании города Вильнюса, о Железном Волке. И я помню свои, стыдно признаться, очень наивные идеи. А что тут можно еще говорить перед началом лекции? Что можно говорить? Так ведь Лесдейка все объяснил. Надо строить город, он будет сильный, звук пойдет далеко, и все замечательно. На самом деле, потом прошло, должно было пройти время, чтобы понять, и после, во время самой лекции, как из мифологического сказания можно извлечь жизненную канву героя. Доставшиеся ему испытания и славу после их осуществления, именно это и позволяет сравнивать вещи разных и события разных времен и разных народов, то есть извлечь нечто, что позволяет сравнивать и определять. Историю возвращения Одиссея в Итаку после 20 лет его отсутствия знают все уже без малого 3000 лет. Тем не менее, я выбрала эту тему в надежде, что могу представить небольшое уточнение смысла одного из знаков этого возвращения. Сейчас уже с благодарностью, опираясь на методику Греймаса, коротко, если есть предмет, если есть явление, есть его знак, а если есть знак, можно искать смысл. Итак, начну. Как известно, Одиссей, следующее это... Как известно, Одиссей отнюдь не хотел плыть в Трою, и не было у него никакого интереса к этому. Я привожу строки, это из 24-й уже песни, когда на самом деле он вернулся. И как раз Агамемнон в Аиде уже беседует с недавно 23-й песни убитым одним из женихов Пенелопы Амфимедоном и говорит ему 20 лет между этими двумя событиями. Можно посмотреть, греческий текст и не греческий. Целый мы плавали месяц по темно-широкому морю, прежде чем был убежден Одиссей и так далее. Очень интересно, что по-гречески последняя строка, второе слово убеждали, был убежден, употребляется глагол «парапитхонтес». «Пейтхо» – убеждать, а «парапейтхо» имеет такой симпатичный оттенок. Завлекать, соблазнять. То есть вот месяц ушло на это.
И так, значит, месяц, 20 лет, 10 лет по трое, и значительно больше времени заняло возвращение обратно, тоже 10 лет. Оно переполнено эти годы трудностями, приключениями, мотивировка извне и собственная. Перечислять не буду, это все помнят. Помнят и остров ветров Эола, и царицу Запада Кирку и так далее. А вот само возвращение, собственно возвращение, можно было бы поделить на два этапа. Первый этап – это возвращение, собственно, в семью человека, который долго отсутствовал, который потом будет во многих традициях, во многих литературах, и которого нужно опознать, и опознается он по знакам «сема», «сема»-то по-гречески, так вернувшегося Одиссея, уже в Итаку, опознают три опознания важные. Первое – дряхлый пес Одиссея, узнав по голосу, это «сема». По шраму на ноге узнала служанка, наконец узнала Пенелопа. Узнала тоже по знаку, Одиссей знал, как устроена была их брачная кровать. Три знака. Итак, таким образом Одиссей был опознан, он вернулся домой, в семью. Но тем кончается первый этап, и, наверное, кончается интонацией слов Одиссея, когда решается сложный вопрос, что дальше делать. По-гречески он говорит так: «Тойгар эгон эрео, хосмой докей эйны калиста». Вот тут я скажу, как мне кажется. Формула, которая повторяется в Одиссее и немного раз. Но первый этап кончился, при этом пришлось убить женихов Пенелопы, их много, больше 100, по-моему, 110. Вели они себя непристойно и нехорошо, и поэтому начнется второй этап возвращения. Он следующий. После убийства женихов Одиссей был обязан покинуть родину. То есть получается парадоксальная ситуация. Уйти, чтобы вернуться, надо уйти. Вот. Почему нужно уйти? Это говорится на самом деле, знает сам Одиссей, это говорится, это давние требования священного права и человеческого права. Совершив убийство, человек должен получить очищение, но не на родине, а вне родины. Иногда с немалыми трудами он может после очищения вернуться. Одиссей совершил убийство, и он обязан уйти. Примеров этому и мифологических, и исторических на самом деле довольно много. Могу напомнить Адраста, который должен отправляться и просит его очистить. Дедал, всем известен из мифа или полумифа. Он убил ученика какого-то в Афинах. Бежал на Крит, тоже там не повезло, пытался бежать в Сицилию, случилось несчастье. Возвращается Орест, мы вспомним трагедию, и только эумениды могут решить вопрос возвращения. Как бы там ни было,
значит, Одиссей тоже, вот, второй этап должен отправиться и потом должен будет вернуться. Пока я переключу следующий слайд. Это текст. Текст из 11-й песни, когда Тересий в Аиде объясняет Одиссею, что его ждет и что ждет его после возвращения, и как он должен себя вести. Потом 23-я песня будет точно тоже и случится, и текст фактически повторяется. Итак, я подчеркнула некоторые слова, которые в дальнейшем окажутся нам нужные. Во-первых, «Лябон эрес эретмон», взяв хорошо сделанное весло, «в страну, где люди ук исосет халесан», где не знают моря, они эйдар эдосин уде мемигменон халесе, едят еду несоленую, советует идти, взяв эурея эретма, весло. Какое весло? Татептера неусипеленты. Весло, которое является, по сути, является крыльями корабля. Весла – это крылья корабля. И говорит Тересий, «Семе де той арео марль арефредес уселесий». Это вот знак и признак, вот весло, с которым ты будешь там идти, это семе, это знак, причем арефредес. Только что Николай Николаевич говорил, что арей – это Аристос, родственная, семя родственная Аристос. Здесь усилено арифродес, очень абсолютно правильно, вот лучшее, что можно сказать. И там нужно встретить атхера Лёйгон, ходитес спросит, что ты тут несешь, такой атхера Лёйгон. Лопату переводит переводчик, это будет мое основное слово. И вот тогда нужно «Гайя пексас эрес эретмон». Это весло, надо, твое весло, о котором спросят вот так, нужно воткнуть в землю. И вот тогда сможешь вернуться. То же самое подчеркнуто на русском, но с некоторым комментарием. Скажем, переводчик в землю, землю весьма друзей, все это верно. Мы, несомнительный признак, да, арифродес. Лопата, атхеро лойгос, о нем мы, это будет важно. Вот. Пассаж многоплановый, на самом деле, как и вся песня, неоднократно она рассматривалась и древними комментаторами Гомера, например, Евстафием и современными исследователями. В первую очередь этот пассаж и само событие, вот «иди с веслом», где нет моря и не знает, зачем это нужно, принятое толкование, что таким образом Одиссей должен распространять культ Посейдона, культ моря в тех странах, где это, которые мореплаванием не занимаются.
Они вообще не знают, как выглядит весло, и поэтому воспринимают это как для них обычное орудие труда, то есть лопату. Но лопата – это, несомненно, несколько особое. Это веялка. Велка, это велка. И так, теперь мы, основное, о чем я говорю, это сосредоточимся на лопате. Атеролойгос названо в греческом тексте. И это слово, судя по всему, уже было не очень хорошо известно комментаторам Гомера. Хотя вот словообразовательно это очень ясно. Атерос – это в греческом языке обозначает смерть. Смерть – синоним… Извините, атеротерос обозначает ость колоса, извините, ради бога, ость колоса, мекина, полова или полова, не знаю, как по-русски ставят ударение. Вот. А лойгос, вторая часть слова, обозначает, вторая часть слова обозначает смерть. Это синоним слова «тханатос». Иначе говоря, вот этот инструмент называется смерть, смерть мекине, смерть мусору, и употребляется при последнем этапе обработки зерна. Когда уже урожай снят, отделяется зерно от всего остального, зерно очищается. Вот. И таким образом получается, что вот это такой инструмент. Как комментируют его древние? Вот. Судя по всему, для них это тоже не совсем обычно, если Гезихию и другим нужно комментировать. Они комментируют таким образом, что атеролойгос, вот комментарий Гезихия, итак, что это то легоменон тюон, так называемая веялка, а первая часть, то атеролойгон, тон атхерон. Это значит, это то, что дает смерть, смерть мусору при веянии зерна. Это называется тринакс. Тринакс, трезубые вилы. И другие. То есть более обычные названия. Еще, скажем, птюон, атеролойгон, птюон. А что такое птюон? Тюон – это тринакс, вот как раз. Тринакс, причем деревянная лопата. Деревянная лопата. Итак, я не нашла хорошего изображения античной веялки. Но, судя по всему, это было, во-первых, деревянный низ с поднятыми краями. И еще иногда, на самом деле,
сверху, наверное, чтобы удалить остатки соломы, вилла с тремя зубами. Таким образом, и еще одно симпатичное объяснение, которое встречается у Евсафия, комментарий к Одиссею, и имеется комментарий к фрагменту Софокла, что «эретмон» — это «пляте таласия», значит, «весло» — это лопасть морская, а «плате херсая» — топтюон. А вот «велка» — это лопасть наземная. Вот, следовательно, еще одно сопоставление, чем они, что общего и чем отличается. Очень важно в этом пассаже, значит, столько «велка» и «весло». Что между ними общего и почему путает житель давней страны. В этом очень важно еще в этом эпизоде слово «пексас». «Пегнюме» – это «втыкать в землю», «воткнув весло в землю». Действие, которое само по себе является несколько непонятным, как нелепым выглядит и требование ходить с веслом на плече в отдаленных от моря местах. Мало дает единственное, насколько нам известно, аналогия у Гомера «весло втыкается», когда душа нелепо погибшего Эльпенора, он упал с крыши, просит передать погребению его тело, потому что оно осталось непогребенным, и воткнуть весло в его, на его могильном холме. Здесь воткнутое весло явно имеет иную семантику. Оно должно служить памятным знаком. Однако, если учесть возможную подмену по схожести лопасти, весло и веельная лопата, мы находим иную внутреннюю мотивировку будущих действий Одиссея. Имеем возможность опереться на интересный сельскохозяйственный ритуал, засвидетельствованный в VII идиллии Феокрита, которую я тут и привожу, уже можно почитать. Там, где Деметр алтарь, если б мог я снова на кучу полной лопатою сыпать зерно и смеясь благосклонно, той и другой рукой обняла она мак и колосья. Перевод Грабер-Пасек. Здесь говорится вот «паксами птюон». Синоним атеролойгон. И, следовательно, мы узнаем, тоже по комментариям, что провеяев, когда уже провеяли пшеницу, сгребали зерно в кучу и в знак завершения этой работы втыкали сверху большую веельную лопату, причем истоки этого обряда, исток обязательно должен быть, возводилось к Триптолему. О Триптолеме пару слов. Его менялась жизнь в зависимости от источников, но вообще он связан с элевсинскими мистериями и культом Деметры. На чудесной колеснице, запряженной крылатыми, сейчас его портрет будет, крылатыми змеями, Триптолем
по повелению Деметры облетал страны и всюду учил людей земледелию. Кстати, он изображается с крыльями, что показывает его, должно показывать божественную природу, а может быть, способность передвигаться. Кстати, он связывается с Деметрой. Достаточно большой или можно сделать больше? Хотя видно, думаю. Значит, слева Деметра, Триптолем и явно Персефона. Это ваза, сейчас я вспомню, какого века не пометила. Поэтому нам кажется возможным толковать втыкание вот пекса с пегнями весла в землю не столько, как распространение культа, где как-то, судя по всему, не актуально, потому что моря нету. Если правильная наша параллель с воткнутой в кучу зерна веялкой лопатой, которая знаменует конец определенного земледельческого цикла, правильно, то воткнутое одиссеем весло скорее знаменует конец определенного периода жизни героя. Он воткнул весло. Это что у современных спортсменов повесят бусы на гвоздь. Примерно так. Ну, чтобы было интереснее, веселее слушать конец уже доклада о том, что греки умели праздновать конец определенных работ. Тут ваза 16 века из Агии Триады. Кончились вот эти инструменты, увы, не веялки, а инструменты, которые использовались при собирании маслин. Вот. Отсюда мы можем 16 век до нашей эры. Значит, мы видим музыкальный инструмент, празднуют радостно, поют, судя по всему, громко. Та же самая ваза с другой стороны. И здесь, судя по всему, в особой одежде не исключено жрец. Он такой встречается неоднократно. Вот. И уже подходя к концу рассказа, я бы хотела подчеркнуть то, с чего начала. На наш взгляд, кстати, первым об этом сказал Хойбек, что атеролуйгос, сам по себе название вот этого инструмента для веяния зерна, он сам по себе является кенигом, примерно таким же, как весла – это крылья корабля. И то, что они стоят в одном тексте и явно сопоставляются, показывает, что на самом деле, как бы это ни было, народная ли это этимология, или это поэтический дар Гомера, показывает, что в тексте они на самом деле связаны не только формально. Но и таким образом, вот это действие, отправиться в чужую страну, выполнить, что сказано, является возвращением вторым. Если там было возвращение в семью, то здесь возвращение в общину.
очищение таким образом там на месте жертва Посейдону дома всем богам и не без помощи богов, в первую очередь Афины, Одиссей успешно вернулся домой. Теперь это смерть Мекины, смерть мусора в зерне, смерть Мекины. И мне кажется, очень просто сопоставимо с 87-й страницей, подаренной нам всем книги, переводом «Боги и люди», где говорится о муке льна. Мука льна. Только мука льна – это нечто трудное, тяжелое, которое что тянется бесконечно, обрабатывает льна и огнем, и водой, и огнем, и расчесывает, и так далее. Работа бесконечная. У грека проще. Смерть мусору в зерне. Там вечная мука, здесь смерть. Собственно, это то, что я и хотела сообщить. И все-таки хорошо, что уговорили Одиссея плавать, и что он плавал. И последняя картинка. Это картинка из Санторини, из острова Феры, где оказался под лавой целый замечательный город, дворец. Это тоже 16 век, и огромная фреска, которая изображает экспедицию, морскую экспедицию, отплывают из города, где-то вдалеке ждут их, но в середине происходит бой, падают вниз головами сражающиеся воины. Вот. Такое ощущение, что здесь, особенно вот верхний корабль, что он пассажирский, правда? Но и весла, к сожалению, не видны лопасти. Спасибо, я сказала все.